мы вечерочком решили прогуляться по ночной Махачкале. Я не знаю, как получится этот влог, потому что я частями все снимаю. В общем, как-нибудь нарежу. Вот. Приехали на Родопского. Это здесь большой парк. Центральный городской парк, по-моему, называется. Вот. Так что сейчас пойдем погуляем по нему. Не знаю, как здесь с освещением, но поснимаю для вас. Вот эта улица, короче, это улица Ливаневского. Мы с этой стороны остановились. Вот, и идем, там какой-то праздник детский. Здесь на самом деле как бы очень много для развлечений, для детей, там детских таких вот мероприятий, поэтому мы решили сюда зайти. Вот там, короче, какие-то зайцы танцуют с медведями. Сейчас пойдем посмотрим. Смотрите, какие кролики. Ой, медведь убегает, медведь убегает. Вверху летит самолет, а не завидно будет, вон, видите, этот самолет еще летит. В общем, движуха полным ходом. Здесь на самом деле после 6 вечера в городе движуха только начинается, потому что очень жарко, особенно летом, днем. Вот, и днем мало кто там где-то гуляет и так далее. Вот, в основном сейчас вечером все выходят, гуляют с семьями, там в кафешках сидят и так далее. Железная дорога, там напротив ресторан. Там что-то моргает, все сверкает. Здесь всякие такие кафешечки. Можно посидеть, покушать. Ну, как посидеть, покушать? Вот такие импровизированные столики. Вот, здесь какое-то, а что это такое? Да, здесь тоже, кстати, кафе какое-то он там внутри. А, здесь ресторанчики, походу. Потому что здесь на первом этаже какой-то ресторанчик, на втором. Впереди тоже кафешка. Ну, такое, знаете, типа семейное место. Здесь можно, вон, парк развлечений там впереди, вон там вот. Вот здесь вот есть такой, ну, не знаю, там в середине парка, парк «Дружба», центр развлечений детских, то есть там внутри куча всяких, там и водные аттракционы, и такие всякие там карусельки. Вот здесь такое колесо обозрения, мы тормознулись на нем прокатиться. Но оно на самом деле не особо высокое, вот, по ценам, в принципе, тут все там по 100 рублей, по 70 рублей, то есть достаточно бюджетно, 100 рублей с человека, вот. Дети ниже 105 сантиметров в сопровождении взрослых. Там есть даже кораблик, можно покататься. Оплачиваешь аттракцион, и вот такую карту тебе дают. 100 рублей еще залог за карту берут. Ну, типа, что если не вернешь, 100 рублей тебе тоже не вернут. Вот так вот внутри выглядит этот парк. Здесь, конечно, очень шумно, гам. Различные зоны развлечений. То есть там вот есть, типа, американские горки. Но, естественно, они все не, ну, не страшные. Самолетики, там поезд ездит, там малышковая зона, здесь для постарше батутная такая зона, там на втором этаже батутная зона для малышей, видеоигры, там еще вот, вот там вот сзади лодки, но они сейчас не работают, карусели вот такие вот, в принципе, и этот какого, кораблик. Неожиданно, неожиданно большой центр, и по ценам здесь все, ну, по 100 рублей, грубо говоря, все по 100. Достаточно бюджетные цены, то есть не какие-то ломовые, на 1000 рублей здесь, на всех аттракционах, мне кажется, покататься. Вообще, улица Буйнакского, вон там кафешки, а вот посреди парка такой проход на городской пляж. Подземный, ну, под дорогой идет, чтобы там есть наземный, левее пройти. Спуск для колясок, то есть все, в принципе, продумано. Вот. Сейчас дойдем с вами на городской пляж. Вот здесь такой выход. А вот сам спуск тоже на городской пляж. Можно по спуску пройтись. Потому что здесь тоже набережная сделали. Такую красивую, освещенную. Выглядит городской пляж Махачкалы. Смотрите, сколько там людей. Там люди сидят у моречка, шум волн слушают. А вот набережная на городском пляже. Вот так вот она выглядит. Вот здесь тоже всякие там детские аттракционы.